Личный прием глава Дмитровского городского округа Илья Поначевный провел совместно с заместителями для оперативного реагирования на поступившее обращение. Одной из первых к руководителю муниципалитета обратилась Елена Воробьева. Ее вопрос касался отсутствия подъездной дороги к земельным участкам в деревне Подмошье. Проблема вся в том, что большой участок, который находится в собственности, был наизм, потом на продажу отдельным категориям, ну, там, покупателям под ИЖС. Да? Раньше это была сельхозка. Теперь это большой массив, очень большой массив, он представляет собой площадь 14 гектаров монтировочных. Дорога, которая была отсыпана заявителем Воробьевой, она была незаконно обустроена за счет на землях неразграниченной государственной собственности. Были выявлены, конечно, нарушения земельного законодательства с ее стороны при формировании земельного участка и неправильном планировании территории, что, соответственно, привело к фактически неиспользуемых земельных участков со стороны многодетных семей. Следующий вопрос поступил от жительницы Дмитрова Лидии Ивановны Поляковой, которая обратилась к главе Дмитровского городского округа с просьбой предоставления муниципального жилья. Слушаю вас. Игоревич, Константин Васильевич знает на мою беду. Я к вам просто обращаюсь, как коренной житель Дмитрова. Я 47-го года здесь живу. Родилась, выросла, старею и попала в беду. Знаете, какую беду? Все, мужа всех потеряла вообще. Никого нет. Если муж умер, с моей стороны все умерли. Со стороны мужа тоже все умерли. Помочь некому совершенно. Мы с ней вдвоем остались, дочка. Дочь больна. Она бортпроводником работала в свое время, потеряла свое здоровье. Лидия Полякова, 76 лет. Больше 40 лет женщина проработала на Дмитровской подстанции скорой медицинской помощи фельдшером. По поручению главы Ильи Поначевного эту ситуацию заместители взяли на контроль для рассмотрения скорейшего предоставления жилого помещения пенсионерке. Следующие вопросы, которые поступили к руководителю муниципалитета от жителей Дмитровского городского округа, касались оказания содействия в выкупе земельного участка в Заречье и распределения земельного участка в деревне Альевидово. Личные приемы дают гражданам возможность получить максимально расширенные консультации. Ряд вопросов может уже решиться на месте. Вопросы, которые требуют более детального рассмотрения, стоят на личном контроле у главы муниципалитета.